Посмотрите, какая сочная молодая зелень, да? Вот такую сочную молодую зелень мы сразу замечаем весной. Сразу же хочется что-то из нее приготовить или вот порезать в салат. Вот очень вкусно, да? Молодой зеленый лук с огурцами, с помидорами, с капустой, с укропом. Это все так вкусно, это полезно. Это такой весенний взрыв, да, на кухне. Вот моя мама всегда, как только у нас в огороде появлялся зеленый лук, она сразу же делала весенний салат. Это были просто отварные яйца, порезанные мелко, смешанные с луком и заправленные сметаной. Вот такой вкусный салатик. Я же сегодня буду готовить заливной пирог. Ну что, хочу с вами поделиться своим рецептиком заливного пирога. Готовлю ужин. У меня вот здесь стакан молока и 100 грамм сметаны. Размешала хорошенько. Теперь я добавляю немножечко, вот у меня, видите, чайная ложечка, без горки сахара. Размешаем. Добавлю также соль. Размешиваем опять-таки. И теперь добавляю разрыхлитель или соду, что у вас есть. У меня вот такая сода, вот в этом пакетике у меня 15 грамм. Я вот эти 15 грамм сюда и добавляю. И, конечно же, размешиваем. Затем добавляю 3 яйца. Вот у меня 3 яйца. Хорошенечко размешиваем. И добавляем просеянную муку. Я вот так вот добавляю, сразу просеиваю. Муку будем вводить частями, для того, чтобы легче было. Муку будем вводить частями для того, чтобы легче было размешивать, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться такой густоты, как для оладий. Вот такое тесто получилось. Можно еще чуть-чуть добавить муки, но я не хочу его забивать, чтобы оно было пышненькое такое. И мы дадим ему немножко постоять, отдохнуть, так сказать, пока подготовим начинку. Для начинки нужно заранее отварить 4-6 яиц. Вот у меня в данном случае 5 яиц, которые я сейчас мелко порежу. Вот так я порезала яйца. И второй ингредиент – это зеленый лук. У меня вот из своего огорода вот такой тоненький, без лук. Вы можете взять любой зеленый лук, который у вас есть. Либо это проросший из луковицы, либо молодой весенний лук. И сейчас я его также мелко нарежу и смешаю с яйцами. Ну вот, я измельчила лук. И сейчас я его смешаю с уже нарезанными яйцами. Аккуратно перемешиваем и приправим солью, перцем по вкусу. А также я добавила сюда ложку сметаны, столовую ложку сметаны. И сейчас добавлю немножко, столовую ложку, тоже не больше, растительного масла. Растительное масло можно заменить размягченным сливочным маслом. Опять-таки все перемешаем. Аромат стоит обалденный. Растительное масло, конечно, проявляет запах зеленого свежего лука, свеженарезанного. Соль вытягивает тоже запах
В общем, ой, вот в принципе, вот это уже готовый салат весенний, да? Можно только немножко больше добавить сметаны, если кто-то хочет. Или майонеза, кто может себе это позволить. Позволить не потому, что это дефицит или это дорого, как было во времена Советского Союза. За этим майонезом выстаивали бешеные очереди. А позволить это съесть, потому что это очень жирно, конечно. Ну вот, начинка готова. Теперь я беру свою форму для выпекания и смазываю опять-таки растительным маслом. Сейчас это все распределю. Можно кисточкой распределить. А также я присыпала сухарями. Ну, вы можете положить, допустим, на дно листочек пергаментной бумаги. Но это делается для того, чтобы потом легко его можно было вынимать из формы. И теперь заливаю часть теста, половину, форму. Наливаем половину теста. Вот, и теперь выкладываем начинку. Равномерно распределяя по всей поверхности формы. Ну вот, как-то так. И теперь выливаем вторую половину теста сверху. Ну вот, и теперь ставим наш пирог будущий в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. И ставим мы где-то примерно на час. Плюс-минус 10 минут. Это уже зависит от вашей духовки и от самого пирога, от продуктов, конечно же. Ну вот, пирог в духовке. Я выставила час 5 минут. Ну, конечно же, я где-то минут через 40-45 посмотрю, как там у нас дела. Вот у меня только что пропищала духовка. И посмотрите, что у нас там получилось. Ой. Вот какая красота! Вот такой пирог он получился, видите? Поднялся, красивый, румяный. Я ничем его не смазывала. Ну, теперь подождем, чтобы он немножко остыл, и я покажу его вам в разрезе. Пекся он ровно 1 час и 5 минут на 180 градусов. Ну, это в моей духовке. Ну вот, посмотрите, какая красота у нас получилась, видите? Очень красивый, такой вот он упругий и в то же время пышный, мягкий пирог. Очень-очень удался. Ну вот, видите, и лук, и яйца. Ой, сейчас попробую. Так. Вот, посмотрите. Вкуснятина. Рекомендую. Нежный и в то же время сытный. Одним салатиком, конечно, таким не наешься, да? А вот пирог для мужчин особенно, да? У меня двое взрослых мужчин в доме, поэтому нужно, чтобы было сытно. Очень вкусно. Рекомендую. Рецепт подпишу под видео. Пока-пока!